Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Иисус Христос очищает храм. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.